Пока я попиваю свой чай и сижу в новогодних носках, хочу поведать вам о том, что сегодня Новый год. Ну, в школе. И нам нужно быть просто белиссимо конфеткой. Итак, у нас солнце. Ну, а мы начинаем краситься. А тут начинается долгий процесс нанесения макияжа. Внимание, пока я делала несколько тысяч раз вот этот макияж, я психанула примерно столько же раз и 300 раз хотела от него избавиться и стереть. И эти ресницы тоже, да. Они мне достались за все это время, больше я их никогда не буду наклеивать, потому что они меня бесят. А еще я хотела легкие волны, внимание, легкие волны. Я опять психанула несколько тысяч раз, потому что мне показалось, что я похожа на барана. Но мне вроде нравится. Хотя я все равно чувствую себя бараном. А еще мне кажется, что я опаздываю. Потому что я даже не знаю, во сколько начало. По крайней мере, точно не знаю. Потому что либо начало в 3, либо в 3:30. Как бы. Идти, не зная к скольки, возможно, я уже опоздала. Либо я еще не опоздала. Я еще не поняла. Привет! Илана, добрая, милая, красивая. Мне принесли конфету. У меня ноги устали. Мы вышли со школы. Темно. Да, после. Я сказала, что начинаю снимать, тем временем моя мама. Сколько еще молчать? Уже молчать? Еще молчать? А когда молчать? Что могу сказать, уставшая я? И которая не будет ходить еще дня два, потому что у меня был высокий каблук. То, что я хочу поздравить вас с наступающим или уже наступившим. Я надеюсь, я выложу это видео до 22 года. Я не успела. Поздравляю вас с наступающим или уже наступившим. И хочу сказать вам,
тебе сказать, то, что если у тебя вдруг что-то не получается, то обязательно получится. И я так сказала. Короче, и не забывайте, пожалуйста, о том, что именно вы сбываете свои мечты. И никто больше. Все зависит только от тебя. Дерзай, действуй. А я пошла спать. Мне, в принципе, пока что больше ничего не нужно. И чай. Спокойной ночи.